Дизлайк ставишь? Ну, ставь, ставь. Значит, мои телеги поджарили тебе жопу. А это именно то, чего я добивался. Но не пойми неправильно. Я не хочу доебаться, я хочу помочь. Поэтому... А теперь поговорим серьезно. Почему я ополчился против инцельства и почему плохо быть инцелом? Пока ты осознаешь проблему, ты борешься. Ты стараешься что-то исправить и, как следствие, растешь. Если ты примкнул к группе таких же корявых, больных, убогих, ты стоишь на месте и никуда не двигаешься. Все эти группы неудачников, а это именно неудачники, направлены на золотое правило, выведенное еще древними людьми. Против кого будем дружить? Почему, например, плохо придерживаться какой-то определенной субкультуры? А все просто, потому что и мир разнообразен. Он не делится на только черное и белое. Если ты будешь всю жизнь заниматься сухотрочкой, проебешь много полезного. Когда ты устремлен только в одном направлении, ты долбишься башкой в стену, естественным образом зашориваешься. Я это объясню как 2×2 на примере простой понятной субкультуры нулевых. Например, вот ты любишь ты металл и тусить с металлистами, а в мире полно прекрасной интересной музыки. И если ты стесняешься познавать что-то новое, ты зашориваешься. Стесняешься менять и пробовать. Но нет, пацаны тебя не поймут, если ты вдруг начнешь слушать на серьезных щах Моргенштерна и слушаешь ты его ночью под подушкой в наушниках, не дай бог кто услышит. Так же действует и у касты инцелов. Если кто-то предал инцелибат, он становится изгоем. И вместо того, чтобы порадоваться за мнимого соратника, его кроют хуями, на чем свет стоит. А ведь по сути, человек пришел к тому, что хотят все эти господа. Он нашел свой путь, он вырос. Инцелы – это неразумные дети, которые живут в вечном пубертате. А ведь часики-то тикают, пора вырасти и начать борьбу за свою жизнь. Ну так и ответь на основной вопрос сам себе. Против кого будем дружить? До новых встреч!